Нурлан Нигматуллин подал прошение об отставке с поста спикера Мажилиса. Новости короче. На его место сядет новый спикер Мажилиса парламента Ирлан Кушанов, ранее занимавший должность руководителя администрации президента. А руководителем администрации президента назначен Мурат Нуртулеу, освобожденный от должности первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности. По сути, людям все равно, кто и какой пост займет. Самое главное, чтобы от этого был результат. Надеемся, время покажет.